В этом году государственную итоговую аттестацию в Ульяновске пройдут 2500 выпускников. Проведут ее в форме единого госэкзамена и государственного выпускного экзамена. Им при желании могут воспользоваться ребята с ограниченными возможностями здоровья, а также те, кто не планирует поступать в вузы. Для получения аттестата 11-классники должны будут сдать 2 обязательных предмета – русский язык и математику. Для тех, кто намерен поступать в вуз, нужно сдать ЕГЭ и предметы по выбору. Как сообщили в городской администрации, основной период проведения ЕГЭ и выпускных экзаменов пройдет с 26 мая по 2 июля, а дополнительные с 5 по 20 сентября. В каждом периоде предусмотрены резервные сроки. Для проведения ЕГЭ определены 17 пунктов проведения экзаменов на базе школ. Еще 37 будут действовать на дому для ребят с ограниченными возможностями здоровья. В ведомстве также отмечают, что предпочтения в выборе предметов для сдачи ЕГЭ не изменяются уже в течение нескольких лет. В пятерке наиболее популярных – обществознание, информатика, физика, история и биология.